70 субъектов страны уже перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее задача, как отметил глава Кабмина, заключается в недопущении необоснованного роста тарифов на вывоз мусора. Мы продолжим принимать решения, которые позволят удешевить составляющие тарифа. Я также только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду. То есть оставляем размер платежа на период с 19 по 23 года на уровне 18 года. Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей. В свою очередь, Краснодарский край разделен на несколько зон, где будут работать региональные операторы. Напомню, что в ходе так называемой мусорной реформы с 1 января в России начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.